Вы на канале Новости БП. Казахстанцы через WhatsApp предупреждают друг друга об участковых полицейских, которые снимают на камеру покупателей без масок и штрафуют их. Это старый фейк, который появился в соцсетях еще осенью 2020 года. Эту информацию ранее опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Сотрудники полиции совместно с мониторинговыми группами действительно проверяют увеселительные заведения, могут проверять и людей на улицах. Однако при выявлении нарушения не обязаны составить рапорт и взять письменную объяснительную у нарушителя. После этого все документы рассматривают в региональном уполномоченном органе. И только потом могут наложить штраф. По фотографии этого никто не делает, пояснял официальный представитель ведомства Иржан Байтанаев. Таким образом, фотографии и видеозаписи нарушителя недостаточно для того, чтобы привлечь его к ответственности и наложить штраф.